День номер два. Проснулись, позавтракали. Идем в центр поселка, дойдем прогуляться. И через 2 часа все-таки едем на лодке кататься. Доехали из Оленевки за 150 рублей. Умирал и падал, откладываясь на землю. То, что ракушка разная, хорошо видно. Особенно вот третий слой, правее хорошо видна крупная раковина. Там находится символический маленький пляжик на двоих из Галичи. Отсюда такое красивое название — Грот Любви. Забрасываем на лодку. Резиной вырисовывается скала Катерина. Вот силуэт человеческой головы. Удалось оформить как частное рыболовецкое хозяйство, долгосрочная аренда. Ну, древним способом, так же как это делали древние в своё время. Ну, вот этими столбами в воде, берегом, натягивается большая квадратная сетка и притапливается. Сейчас пока сетки не стоит.
если косяк большой, кипаль идет всегда вдоль берега, ну, резко поднимают. И рыба оказывается в кошельке. Крокодил. Вот, несколько лет назад дети на одной из экскурсий сказали мне, что глаз крокодила похож на карту Украины. Следующий год получил карикатуру. Внутри него есть красивый природный бассейн. Он под водой сообщается с морем. Блики воды отражаются от бассейна. И вот с левого борта имеется подводный вход. Лучшее в Европе любое. Донецкие дайверы в 91 году открывали подводный музей. Они привезли сюда бюст Ленина и Владимира. С тех пор коллекция пополнялась новыми экспонатами, где в основном Ленин. Теперь заместитель Олег Бастей показывает нам портал истории. И каждый дайвер считает своим долгом посетить подводный музей. Такой гладкий купол, его постепенно вымывает гребень волны во время шторма. Чкаловского побережья самое красивое. Когда-то здесь снимали известный советский фильм «Пираты 20 века». Его снимали только туннель. Вот он с правого борта, сквозной, на его 90 метров. А пиратскую бухту снимали уже в Судаке, в новом свете, съемки комбинировали. Сейчас посмотрим красивую пещерку и будем проходить туннель как пират. Зашли в столовую «Экватор», пообедали, маму отправил на пляж, а сам иду в «Винт Экстрим», чтобы взять велосипед прокат. Это место находится между улицей Ленина и Лиманом, рядом с храмом. То есть они предоставляют жилье, можно взять в аренду кайт, виндсерф, сап, каяк и в том числе велосипед. Причем велосипед 800 рублей в сутки, но я беру по цене 600 рублей, по той же цене, что и во всей Ленинке, но качественный велосипед. Вот, и может быть, сейчас ветер очень большой, сап брать смысла нет, может быть, возьму послезавтра каяк, если его привезут вот сейчас еще в Питере.